Точно хватит? Дайте еще и подушки. Хватит? Надо поснимать. Надо поснимать. Чего делаешь? Не, это я так для себя. Арес! На камеру сниму, блин. А? Это камера? Да, это камера маленькая. Попадай! Толянович, привет! Я пошла.
Саша, ну ты плавал там? Да. А, ходил туда. Снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот блеск от заката, костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Но все же в скомом горле мы тебе сегодня вспомним, чьи имена как раны напомним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь, что все мы здесь собрались. Если больше никто с подарками не хочет выйти на сцену, еще есть время, можно потом пожалеть. Тогда спасибо. До встречи в лесу. Наш стол в приоритете, вас первыми сниму. Можете передавать приветы. Леночка. Эти ячетки. Что произошло? О, ты в кино попал. Ладно, она к этому все располагает. Саня, попадешь, жуешь. Палатка располагается. Вася, вино. Вино. Это хорошо, или там все треугольники, восьмиугольники. Вид сделай. Я хотел бы кино попадете, не жуйте. Но я вообще дело говорим общаемся. Ты хоть поесть успела, а? Это позднейшее в нашем городе. Поэтому Кирилл Бура, царьбу! Я пойду. Я пойду.
исполнил песню «Берега». Когда мне исполнилось 60 лет, мой любимый ученик Христиан Таврический загнал меня в хевинимат. Ну, когда приоре мне было все понятно, но когда он садил байдарку, и когда я первый раз начал грести, у меня пошли берега. Эти ощущения меня возобновились. Больше тут песни не помню. Thank you.
Дайте цау не выпить. Давай, выпьем. Мы трезвыми уйдем отсюда, я так понял.
меня такой цветник, такой цветник. И я подумал, как жалко, что вопреки природе лето бывает только раз в 5 лет. Но эти 5 лет останутся у меня в памяти. Я еще раз говорю вам, я люблю вас. Пусть ему! Помнишь, что нам выпить надо? Нет, Жека. Женю пальцем не заткнешь. Да? Другому слову. Даем. Уводим женщину. Идите, женщина. Мое ждет, а мы с тобой.
спящие. Конечно, золотце. По-французски я не понимаю, и она по-русски нифига. Прекрасно крутила ногая, как стойна высокая нога. Ай, не нужны с тех пор другие бары, мне душу Африка свела. Крокодилы, пальмы, бавара, и жена французского посла. Помогите, братцы и сестрицы, что же это сделали со мной? Все латины тоже совместится, широка формат и цветной. И в жару, и в холоде, в ненастье прожигает он меня на зла. Костей распахнутая настежь. А в день! Французского посла. Костей распахнутая настежь. А в день! Крокодилы, пальмы, бавары. Боже, ветвина французского посла. Не шалею. Что же будет, как придется, ну это знать, что когда-нибудь в один из дней все вернется, обязательно опять вернется. И представить себе, что прошло столько лет без образования нашего клуба. Это так радует, что он все еще существует, что все еще жив. Он как связующий центр для многих поколений студентов из BC. Мы очень рады быть частью этой большой дружной семьи, можно сказать, под фамилией Цитадель, в которой все мы научились ценить дружбу, которая привила нам любовь к путешествиям, в которой столько людей нашло не только дружбу, но и любовь. И создались цитадельские семьи, в которых...
Ай, блин. Короче, она говорит, что... Дорогие друзья, мы вас очень любим. Мы вас слышим и отвечаем вам песней. Да. Передайте. Включил ты? Включила ты, нет? Сейчас включай. Ты пишешь, нет? Большой звезд наш нежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я, давай так сделаем, я сейчас запишу, а мы потом отправим. Большой звезд наш нежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как облачко от заката, костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Все же в горле мы здесь сегодня вспомним. Чирина, как рады на сердце забегли. И ушами, и песнями мы каждый дом наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами и песнями мы каждый дом наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да, конечно, мы свяжемся. Самое главное, я это не делаю. Снимаю, снимаю. Потому что они на хозяине показывают. Один раз, что я от него видел, мы собрались, вышли в одну. Когда мы решили, и затем на группах, что будем снимать этот, делать этот... Узварчик. 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 Ани хрена нету. И мы собрались. Что будем делать, ребята? И тогда, значит, родилась вот это вот позывные. Аляулю. Именно так. Отвечаешь гоп-гоп. Представляете, слет. Там тысяча, не знаю, сколько человек. И вот ты идешь и говоришь, Аляулю. И тебе отвечают, ого, наш человек. И сейчас, когда по реке проплывает на байдарках, тут достаточно часто, я кричу, обязательно кричу. А я говорю, и вдруг слышу, ого! Да, было такое, да. И мы плыли, и как-то так было. Вот, хорошо, тут хорошо, хорошо. Это свой насчет, Ну вот оттуда оно пошло. И как оно прожилось хорошо. Я не знаю почему, но это так красиво звучит. Нет, звучит красиво. Вы слышали, как вчера со сцены кто-то сказал в начале? Аляулю, и весь зал одним звуком, одним звуком рявкнули. На уровне, друзья мои, на уровне лузла. Предлагаю сейчас еще кому-то сказать тост дельный, короткий. Сегодня. А сегодня вы такие же, как вчера были. А вчера вы были такими же, как я вас увидел первый раз. За вас, друзья мои,
за нашу встречу, за наше будущее. Шеф, за вас. Вам. Ура! 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 Ну а теперь упреньях можешь заварить. Ладно. А теперь потихонечку. Лучше выпить. Можно уже и расходиться. Мы с тобой пройдем по кабакам, команду старую разыщем мы. А здесь мы просто лишние. Давай, командуй, капитан.